Приветствую вас на канале Asmodee Play. Мы играем Call of Duty. Итак, у нас Цитадель. Уже следующий день. 26 июля. Мы засели на одной ферме неподалеку от Марини. Я закрываю глаза, думая о Хейзел, но вижу все тот же сон. Что ты там видишь? Все тот же сон. Как вы счастливые по травке бегаете. А вот. Все благодаря кому? Все благодаря мне. Я тут тот. Фашистов-то гашу. Всех этих нацистов. На, вот так вот, на. Сувениры найдены, с подвигов совершено. Я даже не знаю, что за подвиг. С гранатой бросится на что-то там, что ли. А, начать операцию. Начать операцию, да. Тот же сон. Вроде того, все время снится. Я в порядке, а ты отдохни. Нет, я покажу Пирсону, что готов. Мне плевать, что он скажет. Тебе нечего доказывать. Знаешь, я устал от этого дерьма. Дома, если хочешь выяснить отношения, выясняй. Тогда тебя будут уважать. Я понимаю. Поверь мне, у каждого из нас свои битвы. Но мертвым уважение просто ни к чему. Спасибо за поддержку. Ну и... Старина Михаил за нами присматривает. Так что беспокоиться не о чем. Вот уж не знал, что вы в это верите. Я приму помощь от кого угодно. Так ты расскажешь про этот сон? Или как? Волки задирали наш скот. Мой брат Пол и я пошли за ними, но неудачно. Съешь его! Съешь его! Сейчас, сейчас! Жалко волка. Ты цел? Прости, Пол. Послушай меня. Бояться — это нормально. Нам пора домой, братишка. В тот день я поклялся, что больше никогда не подведу Пола. Но теперь я должен увидеть не его, а Пирсона. Пирсона. Брешься! Давай. Коннор поведет боевую группу на площадь, а мы будем прикрывать их огнем с этой церкви. Вопросы? Все. У меня вопрос. Копи их, Стайлс, получишь звездочку. Идем. Вот так. А вот. Я ему нравлюсь. Какие могут быть вопросы? Мне нужно прикрытие слева. Остальные, идите справа. Зачистить дом. Давай, давай. Я иду. Подождите-ка. Понятно. А я, блин... Ага. Да нет, мне не аптечка тут нужна была. Мне нужно прикрытие слева. Остальные, идите справа. Очистить дом. Я иду. Я прикрою. Не высовывайся. Подожди, подожди. Я так уверен, что, блин, вы... На. На. Войска противника. Контакт 12. Тихо. Еще, 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 еще. Где ты? А, машины же взрываются. Блин, а я, блин, стал за ней, как за каменной стеной. Ну что ж, ладно. Давай. Я иду. Я прикрою. Подождите, подождите, не спешите. Зачистить дом. На. На. Вот теперь я беру винтовку. Перезарядим. Я могу наводить артиллерию.
А, смотрите-ка, могу наводить артиллерию, да. Еще. Так. Движение. А где артиллерия-то у меня? Эй, пора указать цели миномета. Давай. Идут с юго-востока. Я пустой. Перезаряжаю. Как тебя? Давай еще дымовую. Движение. На. Сейчас, подождите, ребятки. Так, давай, блин. Прикрываю огнем слева. Так. Вот так вот. Да, блин. Шесть. Перебинтуемся. Тихо. Давай. Хренушки тебе. А вот хренушки я тебе говорю. На. Где ты? Вон они. Хорошо, что я не вылез оттуда. Вот так вот. Подожди, у меня тут для вас, для всех найдется нечто особенное. Вот теперь можно где-то перезарядить. Ага. Давай. Вот так. Сейчас, подождите, перевяжусь. С чем вы тут? Теперь можно и штурмом брать. Только решил штурмом брать, нахрен. Вы как так-то? Где там у меня этот миномет там был? Захожу. Я прикрою. Ни хрена себе. Меня прибили. Ладно, теперь мы хоть знаем, что там. Давайте-ка. На. Подождите. Переяжемся. Куда? Тихо. Да. В доме-то чисто, блин, а вот как мне-то сейчас? Давай. Блин, блински. Давай побыстрее. Шевелись. А патронов нету? Давай. На. Движение впереди. Тащи его в укрытие. Бум. Смотрите, как я здорово придумал. Давай. На. Вот так, сойдет вам? На. Еще враги.
Подожди, где еще враги? Ой, аптечку. Сюда! Блин. Так-то мы заколебемся их штурмом брать. Кто вас создал таких? Там еще что-то, Пирсон, это разведданные. Блин. Так. А, вот куда мне надо, за пулемет на батарею. Подождите. Сейчас, минутку. На. Еще куда? Где вы? Не вижу. Не вижу вас. Так. Улица зачищена. Все. Идем к двери церкви. Давай. Улицу зачистил. Зачищена. Зачистил-то я ее. Хвалите меня. Так что. Где аптечка? Готова аптечка? Есть! Мне нужна аптечка! Давай. Подождите. И вышибаем. День! Может, убежали, когда нас услышали. Да хрен устал. Рауты оставили припасы. Подготовьтесь и пойдем в башню. Эй, Сус, а евреи в церкви ходят? Ага. Пулемет на втором этаже. Всем в укрытие. В укрытие, скорее! Сужать, на. Еще крауты. На. Снял его. Где? Кто? Что надо? Войти в церковь. Войдем. Пойдет так. Блин. Ну-ка подождите. Так, поменяли. А то что-то гранату кинуть не могу. Где там еще? Хоп. Блин. На. Подожди. Где ты? Не вижу. На. Вроде как перебил, да? А вы меня что не прикрываете? Подожди, где ты? Заменить. Берем боеприпасы. Все. Теперь можно идти. Ты мне не нужен, где ты? Ты мне не нужен. Эй, аптечка. Пилюльки. Хрен с тобой. Ну, я аптечку так просто сейчас расходовать не буду. На. Все чисто. Церковь наша. Моя вообще-то. Посмотри, что с орудиями. Блин, тут. А где? Вот он. Заменить.
На огнемет. Проверь дверь. Да подождите вы. Сейчас. Для начала. Пилюлькина нету, да? Иду к двери. Краут избивают истребители. И куда нам? Наверх? Дэниел Стайлс, вы со мной. Будем прикрывать их с башни. Хорошо, что наверху будешь ты. Без напряга. Не бойся, я прикрою. Надеюсь. Все. Уебан забитый шляхом по пиздохам. Поднимаемся. Живо. Там, надеюсь, меня никто не встретит. Сейчас, подождите. Надеюсь, вы не боитесь высоты. Это что-то изменит? Нет. Давай, полезай. Давай, 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 я с пулеметом, надеюсь, ползу. Давай, вперед. На тебя вся надежда. Кто-то меня еще обогнал по этой лесенке. С пулеметом. На. Готов! Уничтожить крауту, которые не пускают чувства на клинике! Где-то, где-то. Второй этаж! На. Дэниел, стоит минутку. Следи за окнами. Да, вижу я. Где еще один? Они многовато ли снайперов-то там? Огнеметчик! Вижу его! Есть! Убери оставшихся! Стреляю! Подожди, сейчас он. Иди за Кузманом! Еще так. Раз. Где он? Ну, вроде все. Против кого? Они даже одного загасить не могут, что ли? Да, получилось! На площадь выезжают БТРы. Ой-ой-ой. Они прижали их, бей по пулеметам. Отлично. Они прижали Кузмана. Так. Так. Все, все пулеметы зачистил. Они приближаются к зениткам. Крауты на крышах. Да. Надо спугнуть их с крыш. Сейчас, подождите, подождите, перезаряжаюсь. Да. Этот уже не встанет. Что-то многоватненько их, вам не кажется? И подыхать-то они не хотят. На них идет БТР. Их окружают. Да подождите вы. Их окружили немцы. Они так. Прижали Кузмана. На. Кто это? Тернер? Нормально так. Нормально же я сделал. Цуцман. Не вижу, не вижу, не вижу вас. Осталась одна зенитка. Кого-то там подбили. Все наружу, живо! С лестницы! Марш, марш, марш! Где, где, где? Да, блин! Еще минутку, подождите.
Ага. О боже. Господи. Ну это по сюжету все. Я помогу! Держись! Нет! Держись! Сторону! Куда? Давай, давай. На. Уходи оттуда! Мини-игра. Давай, 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 давай. Сейчас колокол еще падать будет. А он в любом случае упадет. С таким бабум. Здорово. Надо было отвязать колокол. Перекатывайся. Давай. Давай. На. Успею, успею, успел. Ноги целы. Давай. Блин. Давай, прыгай. Еще немного. Никто не думает обо мне. Вот так вот в церкви, блин, сюжетная линия тоже. Кто так придумал-то? Успел выбежать, и церковь рухнула. Не, ну там башку-то снесло-то вообще красиво. Давай. Контрольная точка достигнута. Ты видишь у меня крылья? Нет, сержант. Потому что я тебе не крестная фея. А при чем здесь фея-то? Черт возьми, я потерял хороших бойцов. Так, надо собраться. Так война. Взорвать те орудия. Ну же. Я не вижу Цусмана. Проклятие. Они были вместе, когда она обвалилась. Нам нужно просто удерживать эту точку. Нельзя пускать это краудом. Давай. Если нужно, у меня есть граната. Так. Будь готов. Надо держаться. Нужно, надо прикрыть. Да подождите. Какое-то подавление. Все будет у тебя. Оружие. И на подавление. И на подавление, и не на подавление. Рауты попытаются отбить эту позицию. Мы будем зачищаться огнеметом. Да подождите ты с огнемета со своим. Прикройте левый фланг. Еще. А, блин, и никто меня не прикрывает. Меня-то никто не прикрывает. Почему? Прикрой левый фланг. Я не вижу Цусмана! Проклятие! Они были вместе, когда она обвалилась! Нам нужно просто удерживать эту точку! Нельзя пускать сюда краудов! Если нужно, у меня есть гранаты! Будь готов! Надо держаться! Атакую врага! Ну же, надо прикрыть их! Тихо, тихо. Стреляйте! Орудие еще стреляет! Тихо, подожди, подожди. Бамк. Я уверен, там погибли люди. Кто контакт? Кто орёт? На, на, на. На, 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 на. Подожди. С левой стороны. Есть, сержант. На. Бамк. Еще. Молодчина. Да, молодчина.
Где Пилюлькин? Меня упрашивать не придется. Зимовая! Держитесь, пока не прилетят Б-47! Так. Надо держаться! Б-47 на подходе! Ой-ой-ой-ой-ой. А чё, ну это всё по плану, да. Вон. Всё нормально. То, что нас бомбят, вызывай огонь на себя! Сосман! Что тебе? Цукермен. Молодцы, ребята. Вы отдали все силы. Обратили в бегство этих гадов. Вы чертовски годные солдаты. Конечно. Они отлично справились, сержант. Хвали нас, хвали. Может, вы в них ошиблись. Хм. Вы скрывали таланты, парни. Я мало от вас требовал. Но теперь мы посмотрим, на что вы способны. Вот еще требовал от нас что-то. Скотина. Принеси ему голову Гитлера на блюде. Заноет, что оно не блестит. Если будем и дальше так драться, то войне скоро придет конец. Потому мы и должны играть по-крупному. Ладно, я в деле. Крупным. Крупные тут собрались. Мы взяли Мариньи. Немцы отступают так же быстро, как мы наступаем. Но мы под постоянным прицелом Пирсона. Кажется, нам придется превзойти себя. Ну что ж, на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну и увидимся в следующем видео. Пока.